Our next guest is Alexander Maretsky. Alexander is a soloist of the Donetsk Region Philharmonic. Every year he takes part in at least 150 concerts around Donetsk region and the Ukraine. He performs different genres and styles of music, including popular and folk music. One of Alexander's main preoccupations is the spiritual and moral education of the generation to come. So he takes part in concerts organised for school children and college students in the Donetsk region. Hello everybody! Ви не уснули? А українці є? Ой, любі мої друзі! Мої вітання щирої української землі! Співати будемо разом? Зараз трошки тут налагодять. Я тут приберу трохи, а то тут не файно. Так? Правильно? Оплески мені, оплески. Що ж ви? Шкода чи що? Українську, мабуть, 10 людей розуміють, інші не розуміють. То хочеш попросити, щоб мене перекладали? Будь ласка, можете перекласти? Ні, не дуже, все. Отже, шановні друзі, будемо співати. Починаємо з українських пісень. Мелодійних, милозвучних. Всі співаємо, підспівуємо і аплодуємо. Маестро, музику! Ти признайся мені, Ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума з розуму звела.
часом больше нету, я прийшов до родного. Ти бабула підрула, ти ж мене підморола, ти ж мене підрала, ти ж мене молодого, з вас розу розвела. Ти ж мене підморола, ти ж мене підрала, ти ж мене молодого, з вас розу розвела. Всьому пострадянському просторі, в СНГ. Да. Ну, ви знаєте, кого ми там слушаємо? Баскова, Киркорова. Вот сейчас послушайте меня, их песни. Поем, танцуем, в общем, отрываемся по полной. Поехали! Здесь можно выше руки поднять. Романтика. Смотрим взгляды друг друга, влюбленные. О-о-о! Ласковое солнце мое, паутине облачных дней. Только как увидел ее, стало и светлее, и теплее. Заиграла в сердце капель, и в душе проснулся апрель. И любовь, что долго спала, обрела под белым крыла. Всеми всем просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари.
Oh!
красиво расходим. Ой, вы знаете, спасибо, спасибо, спасибо. Я знаете, что хочу сказать, что огромная благодарность польскому католическому центру за то, что вот предоставили это помещение, этот зал, эти аплодисменты в их честь. Вот госпожа директор, она так и польской, и на польском, и на английском, и на русском выступала. Я пою сегодня только на украинском и на русском, но сейчас прозвучит польская песня, польское танго «Остатняя неделя». Но прозвучит на русском языке, в русской версии, оно называется «Утомленное солнце». Вместе поем. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Этот час ты признала, что нет любви. Мне немного струснулось, не с тоски, не с печали. Этот час прозвучал. Я хочу исполнить песню современного российского великого поэта и певца Стаса Михайлова. Ваши аплодисменты. Все для вас сегодня, друзья мои! Спасибо! Танцуем! Можно начинать!
людей, судей, только ты. Одна любовь и боль моя. С тобою повстречались мы. Родная женщина моя. Ой, на радость, ой, на беду. Ты знаешь, что я тебя одну люблю. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны. Живу я под солнцем для тебя. Лишь для тебя. Живу я под солнцем для тебя. Не сушки. Играя волнами судьбы, плывем два белых корабля. Надежды, счастья и любви пошлет нам небо паруса. Мы так хотим в океане мечты. Цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу я под солнцем для тебя. Все для тебя, рассвет и туманы для тебя. Моря и океаны для тебя. Цветочные поляны для тебя.